Казахстанско-венгерский бизнес-форум стартовал в столице в рамках официального визита заместителя премьер-министра Венгрии и министра финансов Михая Варги. Одновременно с председателями официальных лиц Венгрии участие в нем принимают и представители национальной компании и крупного венгерского бизнеса в различных секторах экономики. Наша съемочная группа следит за развитием событий. На связи со студией моя коллега Марал Манжолова. Марал, доброе утро. Расскажите, что включает в себя программа форума и какие договоренности ожидаются между участниками? Доброе утро, Вера. Бизнес-форум начнется с минуты на минуту. Последние участники проходят регистрацию, однако стороны уже знакомятся и налаживают контакт. Во главе казахстанской делегации министр национальной экономики Руслан Даленов. Ну и, конечно, представители деловых кругов страны. Если говорить о планируемых соглашениях, то их будет подписано сегодня 11. К примеру, ряд меморандумов с венгерскими коммунальными службами подпишет Астана Су Арнасы. Два соглашения заключат представители Министерства культуры и спорта Казахстана и Министерства человеческих ресурсов Венгрии. Одно из них в сфере историко-культурного наследия. Меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества ожидается между Министерством нацэкономики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии. Также планируются и другие соглашения. По словам эксперта, форум позволит укрепить взаимоотношения между предпринимателями двух стран, ну и в целом расширить инвестиционные возможности Казахстана. Отмечу в программе мероприятия пленарное заседание с участием официальных лиц, панельные сессии в сфере водных отношений, сельского хозяйства, инвестиционного и торгового сотрудничества, в рамках которых планируются презентации и выступления экспертов двух стран. На этом у меня вся информация. Вера, вам слово. Спасибо. Марал Манжулова работает на площадке казахстанско-венгерского бизнес-форума, который стартовал сегодня в столице.